исходное положение. Сразу хочу оговориться, что эта хрень работает как стоит, так и в данном случае на первом этаже. Первое, что я делаю. Выпрямляю свою одну ногу, натягивая стаса. Освобождаю ближнюю к себе ногу через низ, так крючок снимаю вниз. Рука дергаю на себя, ногу под себя, как будто бы хочу ударить. Вот что получается. Его рука ко мне близкая, нога свободна, свободной ногой. Я возвращаю себя и ставлю ее стасу на бедро. Вторая нога остается на бицепсе. После этого я наступаю на свою ногу и здесь же на бедро и поднимаю стас высоко. Фум. Вот такое положение. Нравится, Стас? Да. Стас, хорошо получается? Отлично. Великолепно. Собственно, из этой позиции мы можем делать массу неприятных вещей для Станислава. Неприятная вещь номер один. Так как мое колено находится выше таза уха, я могу, например, очень легко закрыть треугольник. Вот так. Переложил сюда свою ножку, да? Закрыл. Если можно, перекинул. Опция номер два. Мы же оплату снимали, да? Да. Чтобы сделать ему оплату, ну самое главное, что в этой позиции, я отделил его руку от его тела. Она отдельно оказать сопротивление в таком положении, наверное, вряд ли может. Даже если он захочет прятать от меня, это поможет мне сделать ему оплату. Но в данном случае я сохраняю свой спайдер грип и убираю руку от себя. Вот такое толкающее движение, прям костяшками. После чего своим бедром давлю ему на плечо, да, тяну его к себе. Пум. Вот сюда. Закрыл его руку между своим пузиком и мускулами ноги. После чего разворачиваю таз. И мы делали так, я закрываю треугольник. Мы можем делать сразу оплату. Да? Распластали. Шептали грязные слова. Ему это не нравится, он сдается. Мы можем закрыть здесь треугольник, подсунуть свою ножку куда-нибудь ему под мышку, под голову. Там, не знаю, если он захочет встать на колено, под колено. Я сажусь, сохраняю весь этот замок и отъезжаю своим тазом назад, тем самым продолжаю давление ему на плечо. Еще раз, самый важный момент. Я поднял свой таз высоко, максимально высоко. Я как бы поднимаю себя за счет того, что наступаю ему на руку и на бедро. Первое. Треугольник. Второе. Амаглада. Третье, если Стас не хочет, чтобы я ему доделал он оплату, там как-нибудь упирается. Что-то помогает? Замок, замок. Назад. Отъезжаю таз. Опционально. Назад. Ну и, соответственно, то же самое. Давайте сразу. Как это работает на втором этаже? На ногах. Все то же самое. Спайдер. Да? Возвращаю свою ногу сюда. Закрыл. Тот же треугольник. Та же там оплата. Убираю под себя. Грызу колено. Бум. Толкаю себя вперед. Контролирую таз с таза. С таза таз. Заканчиваю болевой.